Йоу! Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Максон. С нами Call of Duty. Продвинутая война. И что ж, мы продолжаем. Кингпин, это Страж 2-3. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Спонсор нашего тащерства — это чай. Крепкий чай. Всегда помогает в тяжелых катках. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Ну, если вы смотрели предыдущую часть, мы уже его взорвали и забрали биоло оружие. Атласу мы нанесли конкретный удар. Да. Поэтому продолжаем дальше. После конкретного удара по лицу мы продолжаем. Просто я альтовчик делаю после записи. Мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита без толку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать, что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Митчелл? Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. Митчелл вообще давно не стрельгется. Но ему, наверное, по кайфу. Но с ним по кайфу, мы ему мешать не будем. Цель — заброшенная лесопилка в Болгарии. Встречаемся в точке сбора и объединяемся с группой Кормака. 3 минуты до цели! У нас будет этот костюмчик. Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Бац. Это Кадюка 3-3. Нас попали. Эми, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Система не отвечает. Не могу. Приготовиться к удару. Все! Прыгай! Прям как в крутом фильме. А мы хоть выжили вообще? В принципе, можно упасть на ветки. Так, по лицу так. Пощелкать немного. Биолаборатория. Болгария. Тип скелета. Специалист. Невидимость. То, что я ждал. Валим! Да, давай. Не дай этому снайперу убить нас! Да? Говорится, там что такое? Я бегу. Следовать. Пока Гидеон замерять их ухом. Вперед, вперед, вперед! Да, серьезно? Я бегу, братан. Сейчас он чьи-нибудь булки подстрелит. Стоп! Сейчас какой-то косой снайпер. Что, нырять не будем? Да ладно, чел. Экзо загружается. Вертушка кружит над нами. Пошел! Как? Я готов. Шевелись! Да, я собрался. Че ты своими дрочками машешь? Я иду. Опа! Держись. Давай! Давай! Экзо! Скрыт! Капец очково, да, так-то? Вертолеты улетают. Нужно идти дальше. Зафиксируй меня.
думал, меня спалил. Но я думал, типа, я смогу перезарядить батарею, а в итоге... Где мой друг? Офигеть, да? Технологии против технологий. Только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Янспин, это страж 2-1. Наша вертушка повреждена. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, страж 2-1. Попробуйте связаться со стражем 2-3. Вас понял. Черт. Их слишком много. Перепроверим. Идем. Я уже хотел его убить. Подожди, а я что, не должен лишний раз подзарядиться? Вон они идут. Да в смысле? Они идут. Ну все, давай перезагрузим, братан. Я не успел. Я даже к машине не подошел, он сразу по мне это стрелять начал. Это слушатели. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Возможности, страж 2-1. Попробуйте связаться со стражем 2-3. Вас понял. Черт. Пускай валяется. Где его пушка? Давай тоже. Кормак и Нокс уже должны быть у трейлера. Пошли. Ну-ка, вот мне интересно. Двое в машине. Ставь пушилку, снимем их тихо. Сними пассажира. Они нас засекли! В атаку! Да в смысле? Контакт на 2 часа! Или я должен сначала пушилку установить? Вот дерьмище! Тупой Максон. Этот без глушителя. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. У меня просто желание убивать этих ублюдков, поэтому я не могу. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, страж 2-1. Попробуйте связаться со стражем 2-3. Че ты тут ищешь, а? Черт. Их слишком много. Перепроверим. Не выталкивай меня. Тупой Атлас. Опа. Подожди, заряжаешься. А, ладно, пускай идет. Кормак и Нокс уже должны быть у трейлера. Пошли. Двое в машине. Ставь пушку, снимем их тихо. Снимем их сажа.
что дальше. Что, даже не чует? Перезаряди маскировку. Давай. Офигеть, так нас не видно, так красиво на самом деле. Впереди конвой, замри. Перезаряди маскировку. Да, да. Сюда. Приближаются 5 транспортов. Кстати, это прикольно, что отображают. Жесткие ребята. Классно, что показывает, что он тоже перезаряжается. То знаете, как обычно, типа бесконечный бот. Еще в очках таких тактических. Какое-то заброшенное место. Охренеть! Одни технологии опережают другие технологии. Офигеть, офигеть. Да не выталкивай ты, блин, собака. Просто вытолкнул меня. Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Офигеть. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Очень много. Им есть что вскрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? Так, а чай я тоже, может, спрыгну? Оп. Че, пока? Крутой ублюдок, надо признать. Все, поехали. Крутой, да? Офигеть. Ну что-то листва и листва тут прям слишком. Голографическая маскировка. Офигеть. Нужное здание прямо по курсу. Охренеть. Возле камеры. Бич, выбирай цель. Чисто. Охренеть. Пацаны потерялись. Чисто. Кингпин, мы проникли в здание. Передвижемся к серверной. Вас понял. Подключаю данные разведки. Мы конкретно ворвались, я вам скажу. Понял.
Так, дайте я здесь пойду. А то мы вместо того, чтобы играть, собираем всякие радиоданные. Давай на лестницу. Прикрываю. Так, ты иди на дверь, приготовились. Быстро к пульту. Да, конечно, босс. Так, парни, берем все. Карды и банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия посылки. Нет, этот старик, те два, там. А что, куда скачиваться? Бинго, посылка у нас, передаю. Связь установлена. Так, жгите все. Термит. Тут не только биологическое оружие. С этим мы свалим Айронса. Ты как? Да. Посылка получена. Молодцы. Идите ко второй цели. Вас понял. Выдвигаемся на химзавод. За мной! 2-3, внимание. Вокруг цели крупное скопление противника. Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Пошел. Окей. Должен отметить, вот это оружие, которое у меня сейчас, оно довольно-таки прикольное. Отдачи нет. И приятно стрелять в нее. Прям вообще капец как приятно с ней стрелять. Неужели пацаны сами выявят? Убрал сенсор! Да я его убрал. Так, я не терминатор, поэтому... Так. Идем. Прижали! По-моему, некоторые идут в сторону. Убрал сенсор. Контакт под нами! Тихо. Что-то ребята со всех сторон. Вот я зашел в самое сладкое место, это попка называется. На месте. Сенсор выключен. Уничтожь его! Кто-то пукает. Давай, двигайся, брат. Что-то я башку сбрил. Пожалуй, сейчас подожду. Так. Так-то легче стрелять. Встаем. Че, всех газанули? Тут слишком много компов стоит, я не смогу забрать какие-нибудь радиоданные, а потом меня за них спросят. Ладно. Мы в первую очередь играем, мы сюда не за дополнительными этим. Мы на месте. Система Биоспарк распознала следы токсина на канистрах. Митчелл, ставь FRB. Закончим с этим. Да я уже готов заканчивать. Всем выйти!
Кингпин, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Так, я уже готов. 740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. Я люблю лошадки. Лучше и лучше. Идем. Сейчас по-любому на нас какие-нибудь типы лютые вывалятся. Контакт! Опа. Осколочные! Пацаны, я пошел. Недалеко я прошел. Покруче есть. Тихо, 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 тихо. И где-то. Там какие-то ребята-то серьезные. О, видали, видали, как рушит? Это откуда? Братан, двинься, 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 двинься! Показывай мне насос. Опа, я что-то резко упал на пол. Походу голова закружилась. Какая микроволновая? Типа она еду приготавливает или что? Ёпта. Сейчас, пацаны, мне надо отсидеть. Откуда вылез? Еще гости будут? Опа. Че это? О, это прикольная штука, я ее за место вот этого возьму. Смотри, бам! Как? Че, упал, да, ублюдок? А че это? А, у меня. Прикрой меня! У меня помехи от этого скрэмблера наверху! Так. Это для тебя, Винчел! Ставь глушилку на тарелку, мы прикроем! Че для меня-то? Осколочная! Короче, я обойду. Ну вы все пукаете да пукаете. Так, я иду. Прикрывай. Ставлю глушилку, прием. Ресепшн. Чистый сигнал, через минуту открою. Враг на подходе. Митчелл, иду. Прикрывайте нужно. На месте. Ты че там, собака? Кто еще вздумал? Дверь открыта, пошли! Погнали, бро. Сюда, если ты не заметил, я уже здесь.
Идите сюда. Идем. Пока чисто. Сейчас собаю тревогу. Так. Что за звук? Пацаны. Пацаны. Что это за музыка играет? Обыщите комнату. Хорошо. Чисто. Блок питания только нашел. Поедем вот на это. Нокс, попробуй наладить. Вас понял? Т-740 всего лишь прототип. Он не может так сильно отличаться от 600. Повышаем мощность. Опа. Кто умеет водить эту штуку, поднимите руки. Мы с Митчеллом тренировались на 600-х. Эти движки новые. Отсоединяюсь. Мы заряжены с полным боекомплектом. Пинг-пинг. Это Страж 2-3. Движемся к зоне посадки. Будем примерно через 10 минут. Прошу зачистить зону посадки. Понял вас, Страж 2-3. Птичка пошла обходным путем. Птичка. Остаюсь на связи. Так, все по местам. Ну, пожалуйста. О! Новый танк специально для нас, мазафака. Ладно, Митчелл, как на занятиях? Как на занятиях? Красава. Орудия включены. Выдвигаемся, Митчелл. На месте, сучки. На месте, я сказал. Бросай свою РПГшку, смертный. На месте все, вообще все на месте. Так, у меня сейчас сломалось. Бросайте свои РПГшки, трудни. Всем лежать, сучки! Через реку? Вообще не проблема. Мазафака! Где вертолет? Ну все, гнида. На месте. Ой, ребят, мне кажется, мы так не пройдем. На месте. Танк был уничтожен. А как мне туда прорваться? Че за херня? Короче, ребята.
вертолет. Че справа? Кто справа? Еще один такой удар, и нам конец! Че гонишь-то? Ты сказал справа, это вообще не право. Так, едем по 2 метра. Так. По дороге идут танки. Вообще не спешим. Вообще не спешим. Никуда не спешим. Бра! Так. Еще пехота! В гору! На месте вертолет тушка! Пау! 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 Танк уничтожен! Бра! Бра! Так, а вроде бы более-менее. Впереди посадочная площадка! Поехали! Мазафака! Птичка! Птичка! Бра! А, это танк! Ой. Он готов. Ублюдки. Пра. Да? Да, тебе еще 3 снаряда надо. Ну наешь 3. Так, идем дальше, друзья. Я готов. Я вообще всегда готов. Ран. Быстрее, Мичо, быстрее. Пока этот танк не рванул. Бро, что ты нам не показал? Открывай ворота быстрее. Давай быстрее. Там кто-то крутится, это кто? Гидо? А, Гидо первый запрыгнул. Четверо! Есть! Отлично, солдат. Как только это расшифрую, Атласа больше нет. Всех забрал. Иду назад. Минус Атлас. Ну, полчаса столь то. Айронс в огне. Да, в полной жопе. Так, очки улучшений. Ну, как видите, у граната я вообще не убиваю. Так. Перезарядка. Так, следующее задание. Next question, как говорится. Стать первым главой частной корпорации, принятым в Совет Безопасности ООН, честь для меня. Он что-то базарится. К сожалению, мой сегодняшний визит был омрачен какими-то грязными слухами. Якобы я создаю оружие массового уничтожения, которое сможет поражать не только случайные жертвы, но также и отдельные этнические группы. Я хочу сразу высказаться по этому поводу. Давай создаем попробуем. Ли мы такое оружие? Да. Нет, не создаем. Потому что мы его уже создали. И при всем уважении, он ископаемое... Из тех времен, когда каждая нация играла свою роль в решении мировых проблем. Опа. Теперь это совсем не так. Теперь потому, есть два Атлас. Прежде всего, что вы предложили эту работу мне. Мои люди умирали на ваших войнах. Так что я имею полное право сказать... Зазнался. Ваши войны ничто. Так что мои приоритеты изменились. Не деньги, а политика.
Ведь политики не умеют решать проблемы. Я вот так, умею. Да? Так что все просто. Я здесь, чтобы решить проблемы мира. О, главное, заговорил. Его проблема. Это все вы. Вы видали? Черт, что это было? Точно не знаю, друг. Но, похоже, Айронс объявил войну. Мы уничтожили его ОМП. Без Мантикора у Атласа нет ни шанса. Кормак, вам нужно это видеть. Говори. Охренеть. Мы взломали код последней серии загрузок. Что это такое? Потенциальные цели. У Айронса был план на случай, если Атлас загонят в угол. Предупредительный удар. Он хочет вырубить нас еще до начала драки. Нападение на США? Мы что, уже в этом уверены? Офигеть. Каков план? Атлас всех разом не снимет? Сан-Франциско. Весь третий флот готов. Вы нужны мне на земле. Оба. Куда мы пошли? Что делать будем? Эу! Алло! Ну, что, будем с солдатами бежать? На равных? Крах. Сан-Франциско. Танцы в стиле диско. Так, штурмовой. Сейчас буду прыгать. Гидеон, Митчелл, доложите. На севере чисто. Стоп. Что он делает? Что у вас? Сбежать хочет. Пошли! Вперед, вперед, вперед! Белый фургон с гражданскими номерами вышел на точку. Преследуем. В фургоне может быть все, что угодно. Преследовать, но не атаковать. Бей по нему, Митчелл. В смысле, бей, я еще даже его не догнал, бро. И знаете, вообще не самая лучшая идея давать водительское место. Держись за ним. Ёпта. Еще три транспорта прошли кочевой. Как разведка проворонила этих ублюдков. В натуре. Двигайся. Так. Да двигайся, тут вопросы национальной безопасности. Осторожно! Япона мать, что ты творишь? Всем группам, на мостике полно техники Атласа. Мне нужен полный обзор вокруг флота, немедленно. Адмирал, на мостике противник. Всем подразделениям тревога. Понял, Страж-1. Хранитель 5 на месте. Мазафака. Может, вы уже поможете? Так, что-то у меня стекло трясло. Держись! Кажется, мы приплыли. Гидеон, братишка. Я ж тебе говорил, я плохой водитель. Ты чё, блёвно? Я тебе говорю, я вообще не водила. Кормак, питбуль вышел из строя. Дальше ножками. Епта. Кого ты там видишь? Митчелл, включай бустеры. Нужно перебраться через обломки. Ты чё валяешься? Да Гидеон, братишка! Чё за мудак? Короче. К вашей позиции. Внимание, бунтеры! Убрать гражданских с моста. В секторе полиция. Митчелл, включай бустеры. Нужно перебраться через обломки. Подключились, открыли машины.
Рика. Адмирал, вступили в бой на мостике с большими силами. Атлас уже стал, считайте, террористом в экзоскелетах, да? Обратно спрыгнул, видал? Твои! Какова ситуация? Наш Форман, прикрой меня! Фургон тихо. Ушел! Есть! Вас понял? Главный приоритет фургон! Тихо-тихо-тихо-тихо, дай мне дам. Да взорвись ты уже! Еще те потери принесет. Не беси меня. Гранаты кончились. Охренеть, им даже на гранатомет насрать. Оу, оу! У меня вообще патрики кончились. У него оружие уверенное. Прорываемся. Твои на линии огня, смотри, куда стреляет. Да ты видал? Видал, кого они жирные? Я в шоке вообще.
поинтересоваться, кого присутствует? Сейчас поможем! Проверь фургон, Митчелл. Митчелл, бегом к фургону. Она сейчас рванет. Они спускают на воду лодку. Дроны! Убрать их! Убрать их! Стреляйте по дронам! Улетел. Thank you, maybe. Браво. Митчелл, ты в порядке? Ну, такое. Вот ведь твари. Хорошо, что я тех пацанов захерачил. Так, друзья, ну вот, прошли еще две миссии. Что будет далее после этого крушения моста, мы уже узнаем в следующем прохождении. Всем большое спасибо, кто был с нами. До новых встреч!